Алексей Викторович, здравствуйте. Я знаю, что у вас уже большой такой, большая система управления, да, вы наш партнер в Ханты-Мансийском округе. Вот, знаю, что большие успехи и по доле рынка, по открытию городов. Расскажите, как дела у вас этот? Да, ну в целом дела идут довольно хорошо. Мы наблюдаем растущую динамику с точки зрения активности по всей территории ХМАО. Это и Нижневартовск, и Нефтеюганск, и Ханты-Мансийск, и Сургут в том числе. В целом, как бы можно сказать о том, что мы наблюдаем хорошую положительную динамику роста и по доле рынка, и по задаточной активности сейчас. Это провоцировано не только там текущим спросом на рынке, который там, вы понимаете, почему происходит, да, но и в целом система, скажем так, укрепляется, растет и набирает обороты. Я вот насколько смотрел данные, Ханты-Мансийский автономный округ, даже когда ставка учетная подрастает, как-то это не сильно влияет, там, потому что все-таки очень много нефтяников, газовиков, доход там из этого не падает, да, и поэтому там любой кризис, или сейчас я даже не знаю, можно, не можно говорить, что кризис, не могу понять пока, да, какая будет активность, мы тут сами дискутируем, у нас одни аналитики считают, что это будет где-то 10-12% падения, другие там 15-17 дают, сейчас понятно всплеск, дикий, да. Идет, да, мы это видим, там какие-то фантастические цифры, но мы все понимаем, что это временная история. Вот, а у меня вопрос я хотел задать. Как у вас развитие именно новостроек вообще? Много строят, нет? Ну, в целом, в последнее время мы видим хорошую активность на наших территориях новостроек. То есть начинает выходить, да, уже? Да, и постепенно заходят и новые застройщики, и текущие застройщики заходят с хорошими, интересными проектами, скажем, на мой взгляд, ну, на текущий момент все равно я считаю, что, если говорить по территории Сургута отдельно, да, то, на мой взгляд, все-таки спрос выше предложения. Да, вот так вот, да? Да? Пока да, но, на мой взгляд, динамика все равно положительная. Какая цена сейчас у вас за квадрат примерно? Около 150 тысяч рублей. О, слушай, нормально. Очень нормально. А я знаю, что в Новом Уренгое там еще... Ой, в Новом Уренгое это отдельная история. На самом деле, если говорить по поводу того, что как по территориям там ХМАО, то в Новом Уренгое это можно... Нет, в Янао. Да, в Янао, да. Если сравнивать с территорией ХМАО и Янао, то в Янао как раз таки спрос где-то x2. Вот, то есть выше, чем предложение. Ну, там, я, насколько знаю, там 200 тысяч за квадрат. Да, там 230. Да, 200 тысяч. Причем, скажем, это не предел. Да, то есть, в зависимости от того, какое будет предложение, я думаю, людям это будет очень интересно. Ну, получается, в Сургуте, я посмотрел, у вас доля рынка почти там 45%, да, да, уже. Да. Ну, это так достойно, мягко говоря. Причем, когда вы там вот еще недавно была, по-моему, там 35-37, то есть за небольшой период времени плюс 10%. Новые города открыли. То есть, поэтому хотел поблагодарить за работу. Видно, что все как надо идет. Спасибо.